источник. Каменная гора находится в государственном природном комплексном заказнике. Удивительная природа открывается путешественнику, когда он едет на машине, вот, например, в сторону русских шой. Единственное, что автомобильной дороги до горы нет, приходится двигаться по проселочным. А когда дождь или нелетная погода, двигаться по ним будет очень трудно. Но туда можно дойти пешком, это примерно 4 километра. Удивительная красивая природа, ромашковые поля, дорога в облака, поднимаешься высоко-высоко, кажется, что вот-вот ступишь на облако, и горы. Они, конечно, невысокие холмы, порядка 150 метров, ельник, поля, и вся вершина горы полностью заросла клубникой. То есть идешь, и кругом клубника растет, ее можно рвать и кушать. Чуть-чуть спустившись по склону, можно подойти к источнику, к серебряному ключу, который вода содержит серебро. Это целый домик с изображением иконы. Рядом находится беседка, в которой можно посидеть, подумать, глядя на красивые, удивительные виды. На вершине горы остался остатки небольшой деревни, которая уже много лет не существует. Это один деревянный дом, в котором жила женщина до 2011 года. И чуть дальше удивительный остов двухэтажного каменного дома. Представляете, холм и двухэтажный дом. Там встретилась ящерка. Вот этот дом. Внутри, конечно, все перекрытия провалились. Растут деревья. Этому дому очень-очень много лет. Но вот на вершине горы такое удивительное место. И вот окружающая природа. Приезжайте в Каменную гору.